Найти девушку и убить ее. Вот. Я подбежал, у меня были ключи от дома. Открыл быстро дверь. Забежал в дом. Вот, закрыл дверь за собой. Забежал в зал. Достал орудие преступления. Это нож. Нож. Кухонный нож с длиной лезвия приблизительно, ну, грубо говоря, я не могу точно определить длину ножа, но это где-то 9-10 сантиметров длина ножа. И нож ржавый причем. А рукоятка какая ржавая? Деревянная, сероватого такого оттенка, сероватого цвета. Деревянная рукоятка ножа. Я положил нож в карман. Не помню точно какой, наверное, в правый карман. И в поисках новой жертвы закрыл, в общем, дверь за собой, закрыл дом и отправился искать новую жертву. Вот. Ну, значит, новую жертву я искал не очень долго. Скажите, просто вот вы говорите, новая жертва. Вы что, до этого совершали какие-то убийства? Нет. То есть первую жертву, да? Первую жертву. Первую жертву я нашел недалеко от места, ну, Копеечка. Это магазин, да? Магазин Копеечка, да. Кто это был? Что? Ну, кто это был? Опишите человека. Это была девушка, она проходила мимо меня. Значит, она проходила мимо меня. Я пошел за ней сзади. Расстояние было довольно-таки солидное между нами в начале. Там 50-60 метров. Потом я стал все быстрее-быстрее нагонять ее. То есть быстрее-быстрее. И пока не ускорился до бега, я за ней бежал-бежал. Потом догнал с целью убить. Ударил ее ножом в спину, в нижнюю часть спины. Девушка вскрикнула очень громко, вероятно, от боли. Упала